Ну не могу я это не заснять. Привет, зритель. Да чё ж любопытная кошка. До этого пыталась вообще внутрь попасть. Хотя, когда вот чисто ее так в пустую стиралку пытаешься показать, что можно туда залезть, она туда не лезет. А тут все шевелится. Интересно, что будет, когда там эта стиралка воду отжимать будет или типа того. Шланг-то в ванну идет. Ариска. Кошка. Ариска. Кстати, Ариска пыталась тут прыгнуть в зеркало в коридоре. Но у нее не получалось. Она так обижалась и бесилась. И мяукала. Ну, в зеркало прыгнуть, блин, нельзя. А там такая кошечка, я так понимаю, была в зеркале-то. Интересно. Тишка вот не обращал внимания, что там в зеркале кто-то отражается. Может, даже не понимал, что там что-то такое есть. Коска. Ой. Экран лицо. Да-да, халат. Халат интересный. Чайная кастрюля от травы для волос. Ну что, порешь меня бот, нет? Ой, да, я ведь в кадре-то засветила стиралку, что в стиралке стирается. Не будет ли это попоболью для кого-нибудь? У меня же теперь амнистия на канале полноценная, срать в комменты могут все, кому не лень. Единственное, список заветных слов пока еще не существует, короче говоря. Куда девалась? Риск. Риск. А лапа, возможно, дрожит слегка. Ладно, зритель, прощавай. У меня там, наверное, мой напиток остывает.